Так, а теперь надо подслушать. Где? Телефон? Так, мама, Сашенька ничего не говорит, нечего подслушать даже. Я по хозяйству. Да вы что, подслушать нечего? Как интересно, кто чем... Код не набирать, просто так приложил. Это, знаешь, подслушиваем. Кто-то телефон... Кто-то поймет или нет, о чем идет речь. Это разговоры. Надо разобраться, о чем тут идет речь. Так, сейчас мы пойдем подслушаем тихонечко дальше. Главное понять, кто о чем говорит. Чем мы подслушиваем? Знаешь, как сделать? Мы подслушиваем. Дай посмотреть. Тихо, нет. Мы хотим подслушать. Послушать? Да. Что же будет с тобой? На тебе! Так. Что там получается? Прекрасно получается. Я ничего не сделал. Красиво. Вот, смотри, раз, то так, не надо нам. Здесь Катя у нас, Сереженька, тут Антошенька. Так. А где кнопка колокол? Вот, это вы не знаете, не надо. А мы хотели подслушать. Знаешь, как я предположил? О, смотри, какие хорошие шампурчики. Там уже грибочки положили. Видишь, как красиво. Все прекрасненько, мы пошли дальше. Можете дальше. Тихо. Кто-то там позарился на мой